Ой. Приветики, друзья мои. Здравствуйте, тетя Настя. Девочки, девочки. Ой, девочки. Девочки, мальчики, здрасте. Как я рад снова увидеть вас в этот час, в этот... На-на-на-на-на-на-на. Да, милые мои. Вот так вот. Немножко. Понемножечко. Что делаете? Я-я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 . Господи Иисусе. Я снесуся. Господи Иисусе. Я нафиг снесуся. На-на-на-на-на-на. Господи, песенка такая. Что нам делать? Драники спекли. Господи, что нам делать, когда... Сейчас еще. Пойду я, пойду куда-нибудь. Такая у нас дорогая. Это видите, вот так вот делаете. Алмазная мозаика, алмазная мозаика, алмазная мозаика, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, где ты, моя звездочка, звездочка, звездочка? Так. Так вот. Так, где тут еще? Вот у нас эти звездочки. Сегодня я вот, видите, лепляю. Здрасте. Махаю. Господи, и вас вспоминаю. Вот он я. Сейчас еще покажу. Такие вот, видите? Ням-ням-ням. Вкусно. Такая вот. Хи-хи. И что это ты тут решил? Что я тут решил? Да! Я только проснулась, а ты уже драники сделал. Да, я драники сделал, кстати. Драники и картошку сделал. У меня два блюда с картошки. Вот мозаичка. Ой, проснулась. Вот. Ой, господи. Всю грязь. Видишь? Вкусный получили, да. Тут столько вот. Наверное, килограмм. Вот такие вот. И холодные, они вкусные. Ну, конечно же, не на этой же. Это еще. Это у нас и это картошку изготовим. Нет,
такая у нас погода, мы будем несколько пакостные. Я тоже холодный не люблю. Я сильно горячий не люблю. Я вот, я поел 3 штуки, 4. Угу. Наелся. Ну. Пусть сердечки вот, я вот, знаете, друзья, я очень люблю сердечки. За то, что я... Инстаграм – это самое лучшее, что придумали на этом событии. Ой, господи, спасибочки за ваши сердечки. Вот видите, вот тут-то можете и сердечки поставить. А дизлайки? Извините, тут их нету. Это вот, наверное, чайка, друзья. Хозяйка. И ВК сердечки есть, да, есть. Кстати, тут и Тая есть. Почему она не заходит, Тая? Тая, я видел, смотрю, зеленым горит. Значит, она в сети. В сети, в сети. Я же в сети. Господи. Эти вот. Ой. Ужас, друзья мои. Хочешь? Вот это вообще. Сейчас напишу Таю. Так оно должно прийти оповещение. Ну, приходит оповещение. В Инстаграме все приходит. Тут объяснять не надо. Господи. Вот что тут плохо, это телефон. Вот так вот надо держать. Вот. Понимаешь? Вот так вот. Просто вот фигнёй. Тогда вот трансляция будет тут, а пока нужно здесь. И, кстати, она в телефон у меня закачается. Можно сохранить в телефоне. Потом из телефона можно добавить в этот, на YouTube. Вот. Так поставь. Ну, я потом поставлю в YouTube. Когда закончу трансляцию, поставлю в YouTube. Вот. Не только мы в YouTube. Мои трансляции, по-моему, сколько там человек смотрит. Ой. Люблю. И, кстати... Имею в виду поставить. Как его поставить? Господи, у меня никак его не поставишь. Вот так вот надо. Никак не поставится. Вот эта подставка, она не пойдет. Понимаешь? Или... Не, так не пойдет, оно некрасиво получится. Писать тогда получится хрень. Ой, надо перевернуть, кстати. Ой, ну, за... вот так вот. Господи. Господи, вот так вот. Ой, боже. На Добрыню, на Добрыню. На Добрыню. Ты кто такой красивый? Красивый, некрасивый. Зато тут, как говорится, в Инстаграме нету таких гадких людей. Это как ее звать-то? А, сегодня же зашла к это. Зашел? Этот, как он, Самвелиада. Написал там ну, про эту, про чужиху, ой, чижиху, чижиху. Ну, я предупреждение уже дал. Мол, все,
Твое последнее предупреждение. Вот и все. Пока. Вот так потихонечку мы и... Ох, паскуда, что ему покоя не дает никто. Вот говоришь, ну как будто... Как это? Колода пену или пену колоды. Ну ладно, сердечки хватит ставить. То я потом не знаю, куда их девать. Солить сердечки. А, ну моя же трансляция тогда будет выезжать. Пойдет. Ну так она тупо с первого раза не доходит и 15 не дойдет. И я какой-то там Эдуард зашел. Чебоксар. Эдуард. Мне он лайк поставил. Я заходил на канал. Что хотел. Стрелочку. А. Двоечку. Еще я к тете хотел. Надо приставку телевизионную, короче, проверить приставку, ну, для телевизора. У нас проблемы с телевизорами. Вот в деревне всего показывают два это или три канала. Чтобы показывало 20, надо приставку. У меня две приставки, короче. Вот. Я думаю. Ее проверить надо, а что с ними так? Не, я про... То есть у меня же кабельное телевидение. Я пробовал, то есть и кабель от кабельного телевидения. Если бы, как говорится, была бы это... Обычные антенны. Можно было бы посмотреть, проверить. А так оно никак не проверяется. Даже телевизор не видит. Потому что... Ну... Канал через интернет показывает у меня более 300 каналов на телевизоре. О! IPTV нет. Не, это нет у меня. Такого нет. У меня кабельное телевидение 500 каналов. Даже не 500, а 800. Я их это... Ну, если много каналов, нафиг они мне нужны, по чесноку. Стоимость? У меня нет. У меня телевидение как? У меня телевидение отдельно, интернет отдельно. Вот. Ну, хотя можно подключить. То есть, ну, телевизор у меня не подключает интернет. Там приставка нужна другую. Смарт приставку. Ты же видела мой телевизор? Маленький, дальненький. У меня спутниковый. Мы отключили и ту каналы эти не смотрим. Ну, у меня, короче говоря, вот так. А в деревне там сроду было только 2-3 канала, все.
2-3 канала и больше ничего. И то плохо показывал. Честно говоря. Иногда, вот смотри, тут пропустил этот. Ну ладно. Капец. Они, то есть, тетя купила антенну, такую, как бы сказать, ну, обычную антенну, два этих поставила, поставили два усилителя, и тот, он чисто показывает, да, но всего 5 каналов. А с приставкой 20 будет. Ну да, я встал уже, сколько это там, 12:30 встал. Скажи, ну ты и спал. Я вообще-то даже в 6 часов, девочки, в нашем инстаграме есть. Я помню, есть Таша. Таша есть. Тая есть. Макс есть. Макс подписан на меня. Есть. Потом Тарасова есть. Ну, с этой Белоруссии, которая клеенку мне прислала. Таня Сэм есть. Тут. Потом много и тут почти вот трансляция. Ну, 3-4 человека иногда заходит. Людмила есть. Потом Кристина есть тут. В инстаграме. Где они все ходят? Фиг узнает. А вот насчет Наташи не знаю, есть она тут или нет. Вот так вот. Потом загружать буду эту трансляцию. Если я ее потом загружу, и все. Окей будет. Ну, тут-то как она, как говорится, трансляция, она это. Вот час проходит, она отключается. Час проходит, она отключается. Другую надо. Не то, что в Ютубе ты там трансляцию делаешь. Девочка повещала трансляцию. Потом мадам есть, что ли, вроде бы. Она уже давно не заходит.
жить, и тебе причины не приходят. Сегодня я минут 5, наверное, сидел в гордом одиночестве. Никого нету. Я картошку жарю там, потом приперлись некоторые люди. Все, вздыхаюсь, так тяжело. Ой, вздыхаю. Думаю, что делать дальше. Ну, часочек. Не часочек. Тут не покажет, что сколько это трансляции идет. Сегодня так это сделаю, тренируем. Пошли погуляем, купим тортик, чаю. Тортик и чай. Африканского тут еще. Она иногда мне лайки ставит. Кстати, того телефона тоже можно. Только она потом не сохранит. На том телефоне памяти нет. Она не сохранится. Потом надо как-то скачивать, что-то еще делать. А это вот на этом телефоне она так вот сразу сохраняется. Вспоминаю свою бывшую молодость. Молодость была раньше. Ой, у вас была молодость, да, была молодость такая. Молодость. А теперь что? А теперь старость. Так надо вспоминать старость. А кому она нужна, старость? Надо чистить телефон, выдавать настройки, бросить, чтобы удалилось все. Надо пароли записать вначале, которые там есть. Надо пароли. Пароли. Вот, знаешь, мне надо вот тот почистить. А я думал, у тебя наоборот сейчас молодость. Была старость. Да. Молодость не жизнь. Старость не радость. Молодость не жизнь. Старость не радость. Точно, я в магазин пойду. Буду делать вот такие стримы. Ты потом можешь перекачивать, если хочешь. Но только в таком качестве быть. Вот вертикальный. Не горизонтальный, а вертикальный. Тихонько, тихонько. Ты тут курва. Не знаю, кто сегодня там все покупать будет. Сегодня я не знаю, что будет. Ну, не это, не алмазку. Алмазку не буду покупать. Мне надо вот эти сделать. И картины надо сделать.
Все, иди там, миссис Писсимой. Угу. Бедный, несчастный. У ней трагедия сегодня. Да, трагедия у кошки. Надо будет, чтобы девочки зарегистрировали. Надо заставить. Тогда Сережа, кстати, пусть сегодня видео. Грузик, круче П. Какой? Тая, давно шаришься. Что ты в самом деле? Вот что не заходишь? Ёлки правильно. Тая. Я вот сижу. Оповещение совсем должно прийти. У нас весь магазин. Всю алмазку и картину разобрали. Трагедия. Не, там две осталось. Да я вижу, Тая. Что это не корова? Ой, ну спасибо вам за сердечки, друзья. Спасибо. Молчата. Где молчата? Нет, молчат. На Ютубе мозаика. В Инстаграме мозаика. Боже. Где Серёжа? Серёжа в Инстаграме. От сердца и почерк дарю тебе цветочек. У меня сердце болит, в грудях прям давя. Господи, давя и давя. Где груди? Это не грудь. Это ребра. Что ты там делаешь? Какие игры играешь? Шарик в лабиринтах ловлю. Это не сиськи. А 100 килограмм мяса. Наберется и пойдет. Это кости. Значит, тут еще Алена есть. Сегодня ребятишки жарят Серегины сиськи. Это как погода. У вас лето уже, друзья. Скоро будете что-нибудь там садить. Цветочки, росточки. Кстати, на следующей неделе у вас там выборы, да? Это что будет на следующей неделе? Да, у вас... А, на этой неделе у вас выборы, что ли? Знаете, ребята? На этой неделе выборы.
Боже мой! Значит, на этой неделе будет у вас этот новый президент. Боже ты мой! На кольке яблони промёрзнут. Красивый потолок. Красивый? Красивый цвет. У меня снег. Потолок. Потолок. Потолочек. 6 часов у нас, друзья. Это у нас выборы воскресенье. Ну вот воскресенье. Ты хоть сними выборы-то. Тебя там загребут. Скажут, ай, российская сепаратистка. За Путина будет голосовать, за Путина. Господи. Как Зеленский выиграет, будет сплошное красиво. У вас там 40 с чем-то и Тимошенко, и Скальдишенко. А это у вас как ее? Будет ржать-то. Выбрали 1 апреля президента. Кого выберут? Я не знаю, кого у вас выберут, друзья. Я не знаю. Кого у вас там выберут, я не знаю. Я от этого далек, сепаратистка. Да. Сепаратист. Ну что ты, мама дорогая? Я запрещу YouTube. Обещаю вам. Инстаграм тоже. Инстаграмчик. И на работе. Маджи кандидаты тоже подался. Ой. Депутат. Прости меня, Иисусик, какой депутат, Матики? Там таких не берут. А мы депутаты. Маленькие ребята. Президент, ага, господи. Президент чего там? Наверное, президент этого, как называется. Президент пиписки. Что я милю? Почему плохо? Так вы стоите на этом. На звуке меня. Привет. Не туда нажала. Ой. Сидишь
на середине трансляции пишешь привет. Повторно можно еще написать. Тут, кстати, можно групповой чат сделать. Если кто не знал. Будем 10 человек сидеть в одном вдвоем. А там бы уже бы групповуху сделать. Групповуха. Будет групповуха прямо в ухо. Что ты пищишь? Ага. Да, поговори, говорит со мной. Поговори. Нас только трое. Не двое. Аня и Тая. Вот компания какая. Это хорошо. А там, если несколько будет, так это... Интересно, сердечки не будут вот в этом? Да, Маня, да, ты права. Много лет. Сердечки, поцелуи. Что вы там делаете? Шарики играем. Бильярд. Я немножко потелепаю тут вот эту вот бендушку. Плохо. Нас тут двое. Да. Если все подпишутся сюда, будет больше. Будет групповуха. Так, если брать вместе Серега, то трое. Тут Ташечка есть. Потом кто еще? Кристина есть. Ну, Кристина некогда есть. Серега, что за слова такие? Какие? Кстати, сегодня звонит мне по телефону эта одна падла. Предлагает свои услуги. Но не услуги проститутки, нет. Вот у вас, типа того, у нас, типа, интернет, там, большая скорость, но вы не хотели бы это поменять своего оператора? Вы вот сколько платите? Вы вот 1500 платите. Говорит, какая вам на разница, сколько я плачу? Ну, вы будете платить 600. Говорю, не надо мне. Почему? Потом, почему? Я, короче... Не, я не смотрелся, ни в коем случае. Я просто отключился и все. Бать, отключился.
попугай, кошка. Ну, прям вот, знаете, вот такой вот подробный. Серёжка, тебе прислать, что я сегодня сняла? Ты мне пришли, знаешь, на чё? Тут и не сохраняется. Понимаешь? Чего ты вообще с ней разговариваешь? На мой вайбер пришли? Чтоб я сделал видео. Оттави. Так вот, разговариваем, вот теперь я понял, что с ними, вот им нужно втюхать эту услугу, ну, давайте, вот вы знаете, что Дом.ру это компания, уже все, пипец, неплохо работает, говорю, ну, Дом.ру у меня работает, Wi-Fi у меня, а, как говорится, МТС фигня. Говоря. Так, сколько мы с вами? Ни одна падла сегодня звонила, предлагала свои услуги, нет, не проститутки. Нет, не проститутки услуги. Я даже не понял, в чем суть. Я иногда так вот в голове вертеться, помню, пипец. Ладно. Подсажу на всякие свете вас. Еще только с матриком осталось. И собираться надо мне, друзья. Уже собираться нужно. Назовешь транс услуги проститутки. На. Назову. Точно, надо так назвать. Услуги проститутки. Где бегали белые утки. Но вот эта трансляция будет, как бы сказать, она будет у меня в этом вертикальная. Скажет Тайка, приходи вечером на трансе, Серега, купить пирожные. Мой розовый станок. Не розовый. Нет, не розовый. Хочешь, я перекрашу его? Зеленый. Хочешь? Я его перекрашу. Розовый. Мой розовый станок. Ты меня оставил, ты без ног. Мой розовый станок. Ты меня ставил, ты без ног, без ног и рук. Я как-то вечера брилась. Не приду, спасибо за приглашение. Звучит как угроза. Так, твой станок в ванне. Я в ванну зашла, станка не нашла.
оказался под ванной. Ой, Господи, искала, искала. Тайка все любит. Я всегда живет, там и тут тоже. А тут сохраняется, что пишут. Не знаю, нет. По-моему, вот здесь будет, например, трансляция. А вот которая у меня уже, там вот, там уже не будет сохранения чата. Там не сохраняется, если я его... на YouTube поставлю. На YouTube будет обычно вот с вами разговаривать. По-моему, не сохраняется. Честно говоря. Можно писать матюками. Да, можно писать матюками. Там есть белая по-взрослому. Так, в ванну зашла, станка не нашла. На кухню пошла. Там Серегу нашла, сидит на Серегу со станком в руках, сидит и мозаику тычет. Да. Это точно. Сейчас я вот эти последние стрелочки сделаю. И будем с вами бай-бай. Не бай-бай, а я пойду в этот, не в YouTube, не, я поеду в YouTube. Делаю пароходик. Я сегодня песню спел, называлась вот какой-то хрень. Они почему-то склеиваются некоторые подлюка. Подлюка. Для Ютуба. Для Ютуба хорошо. Сережка, надо дремать перед ночной трансухой. Нет, тебе Тайк дремать? Ну, подремай, подремай. Только вместо я там Тайк должна быть. Так, всё только не быстро. Ну, быстро. А чё, уже всё? Потыкили. Это невозможно. Пивнем чаю, друзья. На улице я выезжаю. Я выезжаю. Вот мы. Чтобы чай нам дали. Не знаю, как мы пивнем чаю. Что кончать? Звездочка, звездочка.
Ежесержантик. Итак. Блять, как можно устараться открыть? Как устараться нужно? Обкакать, а я делать? Что делать? Надо сразу в туалет заходить и говорить. Вот что я в туалете не могу просраться. А тут Сережа трансляция, как заорет и сразу поет. Жидкий стул. Серега к Тайке приходит и говорит: научи плохому. Научи плохому. Научи плохому. Ой. Люблю я трансляции вести. Привет. Ну, человек. Да, тут смешно. Что же это за все? Привет. Привет, привет. Тут у нас не выдержат. Не то, что в Ютубе. В Ютубе нас не выдерживают. Меня не выдерживают. Сразу обзываться. Это не наш. Наши англичане каши. Я, если я спою, на унитазе будет как-то раз. Мы были на унитазе, мы сидели там. Что вы там сидели? Я. Что мы сидели, не знаю. Спасибо за сердечки. А что вы там трясете и улетаете? А где, говорит, мы были? Что-то я не поняла. Трансляция у вас где была? Да, была вот. Закрытые трансляции. А, я назову закрытые трансляции проститутки. Или посиделки ночные. С мозаикой. Мозаика, где ты, моя зайка? Ни смех, ни горел, господи. Юляшка. Ой, какие большие сердечки. Я прям в шоке. Как я люблю сердечки. Двое пукнули и
Тая, ты чё? Двое пукнули. Вон, видишь, у Владиса вышло видео. Что-то там по-английски, господи. Что? Не знаю, что что. Давай. Давай, я как старая корова. Какой вид пукал был стайка. Пук. Дри-дри. Стрипери. Как там? На маленькой. Нет, как там? Туалет. Был туалет женский, другой мужской. Мужчина пёрнул. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Женщина. И все. Мельячки. Сейчас я вот эти вот докладки. Клаской долго буду. Я? Саутрин Финн и там еда. Да. А ты не знала. Хочу я чаю. Лимон надо купить сегодня. А то тут уже все. Сегодня чай пью. Ко мне малыш пришел. Маленькая белочка, бельчонок такой на ручке. Такой. Крю-крю-крю. Орешков захотел. Господи. А ты его цап? И это в клеточку. Господи, жалко бельчонка. Белчонка жалко. Белчонок такой сопротивлялся. Сопротивлялся. Тайка меньше быть надо. А, смотри. Сейчас немножко. Так ты вначале телефон выйди с трансляции и сними. А то так не получится. Быстро потерпай немножечко. А ты, наверное, другим телефоном снимаешь. Ты мне на вайбер это пришли. О, Макс, привет. Макс, а мы ждали тебя. Почему-то ты не пришел. Почему? Не приходил вчера. Прогул тебе, Макс. А, Макс. Напиши что-нибудь. Помахай мне.
кто это? Зак пришел. Нет, забаньте его. Нет, это Макс Ютубер. Давай говори что-нибудь, пиши. То обиду. Сейчас доделаю вот эти вот вкладками. Где-то надо вот склеивать первое. Можно, конечно, выставить рядом. Вот она не хочет. Забаньте его, да. Он и вышел. Испугался. Макс, что ты вышел? Белка, сука, не выходит из дупла. Ой, дупло. Дупло маленькое было. Там охранник сидел. Белку не выпускает. Говорит, все, пипец. Что-то поздно заходят люди. НКУ. Ау, ау. Я не пойму. Ой, так как он тебя боится или не вещи. Тайка, она тебя боится, или ты не лечила. Ладно, друзья. Сколько у нас минут уже? Тут я вообще не вижу. Надо собираться, друзья. Если что, я включу. Тут-то. Видишь, что белка-то какая маленькая. Белка. Это чудо. Вот Вилка, это вот моя дорогая мама. Девчонка такая. Сейчас я переключу камеру. Вот она, Белка. Белка моя, Белка. Вот она, мой дюдюдюн. Утюдюн. Утюдюн, глаза две дюн. Да, Маня? Вытипути-пути. Ой, мяу-мяу-мяу-мяу. Как это? Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Что ж ты так орёшь? Звук убавь. Стал лучше. Так я его телефон поднял. Что, девочка? Маленькая такая. Получше. А тут машина бежит. Бежит с ножками, друзья. С ножками. В пробку попала. А это оказалось ванна. Да. Кипати. Вон еще эта картина. Да, ты че? Эгоистка, печенка. Вон, видите. Вот такая красивая картина. Буду летом. Блять, я буду. Да, я не блядь.
Научи меня плохому. Ой, я не могу. Ой, что ты там делаешь, Маня? Ой, любовь у ней. Любовь с мячиком. Мяу-мяу-мяу. Ой, Господи, прости меня, Иисусик. Кстати, Ханя, ты можешь тут тоже делать трансляции. Со звуком. Просто со звуком. Да-да. Да-да. Мужикам они хочет. Еще сделай мне больно. Накажи жестко, по-взрослому. Ой, жестко. Ой-ой-ой. Господи Иисус. Скоро подавлюсь. Белая метелица. Сюда вот так вот тыкай. Ой, Господи, все. Я сейчас чихну, Господи. Чихну. Ой. Я тебе и так голосовые могу отправлять могу. Ой. А ты не можешь делать трансляции, например. Вот так вот поставила телефон, например. Ну давай вот так вот просто картинку. И говори. И представляешь, как хорошо будет. Ты будешь лепить картину? Лепись, стоясь. Вот такая красивая уси-пуси. Главное, не пукни. Тут главное не дриснуть. Ой, друзья. Картина Репина, смотри. 3D картинка, 3D. Господи, не могу. Смотрите. Ну, вот так вот. Вот, смотрите. Вот так вот, например. Сидишь ты, а тут чайник у тебя такой. Вот, чайник. Чайки летают. Представляешь? Чихнул. Ой, думаю, вот. Думаю. Просто на чих пробрала, друзья. Ладно, друзья мои. Кто это? Макс, наверное, сидит и думает, что же кто-то скажет. Тут же видно, кто заходит. Ой. Вот такая картина, друзья. Такое солнышко. Солнышко, Господи. Ой, цветочки растут. О. Ладно, друзья мои, правда пойду, а то я не уйду. Ой, так что, ладно, милые мои, приду. Обязательно. В YouTube. И сюда. Вот. Если будет что-то интересное, сделаю трансляцию на улице. Из другого телефона. Все, всем пока. Люблю, целую. До свидания. Ну вот так вот показываешь вот все. Все, всем пока. Вот так Ольга Бузова делает, друзья. Вот так вот. Так вот. Идите в ад. Оставайтесь со мной. Это называется буквально «люблю». Но Ольга Бузова, она находится в секте. Все. Если что. Люблю, Серега, напишешь, если что. Да. Люблю. Гореть вам в аду. Все, всем пока, люблю. Пока-пока. До свидания.